Две скорбные даты пришлись на эти светлые дни по празднеству Пасхи в преддверии праздника нашей Великой Победы. Глава Урюпинской епархии совершил панихиду на 40-й день после пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и в годовщину кончины святейшего патриарха Пимена. Возле арки в честь Урюпинской иконы Божией Матери собрались несколько десятков неравнодушных горожан. Владыка Елисей поблагодарил всех добрых людей, которые пришли сюда, чтобы вместе молитвенно почтить память кемеровчан, принявших страшную смерть от огня и дыма. Владыка Елисей особо подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы в наших силах, чтобы предотвратить подобные трагедии. Конечно, мы для этого должны делать все, прежде всего, изменять себя самих к лучшему. Это самое главное. Не требовать, чтобы кто-то изменился, а себя к лучшему менять. В этом, наверное, итог, и самое главное в нашей жизни. Хотелось бы нам всем этого пожелать. Кроме того, владыка напомнил, что в этот день отмечалась еще и годовщина кончины святейшего патриарха Пимена, который достаточно долгое время, с 1971 по 1990 годы, являлся управляющим Русской Православной Церкви. По окончании богослужения горожане возложили цветы к подножию арки в честь Урюпинской иконы Божией Матери.